Ну, там дорога просто в тупик уходит. Нет, впереди какая-то военная база. Вот сейчас будет налево. Вот такой, да, тут назад прям поворот этот уходит. Эти как куда-то ехали, сами по себе ехали. Похоже. О, вот сейчас, давай. Меня тревожит, что вот эта дорога, на которую мы сворачиваем, Андрюш, она немножко не доходит. Доходит, доходит. Наверх, посмотри. Доходит, там. Смотри. Да, вот там, остановись, да. Смотри, видишь, там, она там приходит. Смотри, мы по ней едем. О, да, мы по ней едем. Это жопочная дорога, честно говоря. Штурман лучше, чем они. Чё смеёшься? Смотри, они только сюда доехали, а мы уже вернулись. Они там сейчас лошади испугаются. Выяснили, что там ничего нет. Ты смотри, не пропусти. Не, мы едем сейчас вниз. Нам надо вот как-то вот даже сюда. Подожди, давай пройдем уже. Чуть-чуть. А все, смотри. Овраг. Стоп. Что, надо тебе смотреть? Да. Блядь. В чем дело? Где дорога? Нам надо вот туда потом будет повернуть.
А вот это там сделал уже. Откуда заезд, блядь? Ну вы что тупите? Я не могу оставить машину! Ты, ну, ты что тупишь, Андрюха? Лен, выходи, ищи камеру, у нас там будет колесо. Ладно, хотя подожди, не надо. Передай, сейчас ставим, ты будешь. Давай отталкиваться не от наклонов, давай отталкиваться от деревьев. Так, стоп, теперь
Уже проще. Маш, теперь ты на эту сторону давай. Тут уже она вышла. Она прямо стоит. Мне надо было облокотить назад. Садись на эту сторону. Подложи, пожалуйста. Блять, да скатываюсь я, камень подложи, кирпич, пожалуйста. Кирпич подложи. Да вон камень лежит, вон, да.
блядь, чувствую, какая-то засаженная точка. Я тебя понял. Блин, вот блядь, ты так. Ты просто вот, вот я прям чувствую, привел вас, как будто хуйню. Нет. Нет, нет. Я очень штурман. Ой, блядь. Какая засаженная точка. Смотри, ничего засаженного нет здесь. Все просто так. А где же она? Посмотри. Мы ехали с ней, нам получается надо поезд. Ну только гадать, приехал, нет, не здесь, значит, следующий выход. Куда мы едем? Мы едем понизу, объезжаем это все снизу и туда. Дектор. Там нету! Две. И тут. Да не очень. А у вас? Да. Две. Ну, мы такие жирные взяли, ты не представляешь. Там, короче, там нету. Такое видео будет. Ну что, едем вместе? Куда-то туда надо ехать. Давай, выйду, посоветуемся. Скажи, давай выйдем, посоветуемся. О! Я побежал там за оленем. За оленем, блядь! Почти водить. Не, ну куда мы все маленького скатились? На газочки, блядь. Держи, сейчас мы за носом закатим. Каким ты чё? Жеребцом, смотри. Ты сейчас нас перевернешь, дурень. Ну и хуй с ним! За носом. Свежей землицей пахнет. Это сейчас Сашка нам тут все разобрал. Ну да. Сейчас все, блядь, на лебедке все. Все, такие канавы понароют. Миш, давай на лебедке. Уже время. Час остался. Еще хотя бы точечку взять. А что оттуда? Надо было отсюда заезжать. Ай, ёшкин кот, закрылся.
сложно, походу. Я вижу, на самом деле, вижу дорогу в городе, не просто спец... Откуда появились? Если нарисовали. Я еще не вижу, что никого нет. Господа, вопрос. А Лена угову в машине? Ну, вообще-то она у вас в машине была. Дождитесь нас, мы ждем, ищем Лену. Идите, народ, подождите, тут народ потерял. Ваша Лена, вы ебитесь, да? Подождите, подождите, а то мы же тоже можем не доехать, у нас тормозов нету. Идем здесь, внизу. Мы придумали трусы, как известно. Сроду, нахуя я сказал? Вот это же обнаружили. Как бы трусы? Да! Даже не знаю, может здесь оставить.